Всем привет! С Хэллоуином шутки плохи. Я подобрала для вас топ-5 примет, которые стоит соблюдать в этот день. Иначе может произойти кое-что страшное. Конечно, злобное чудовище не вылезет из-под кровати и не укусит вас за ногу, но все же в этот день стоит быть осторожными. Считается, что каждый год 31 октября мир духов вступает в контакт с живыми людьми и путешествует в поисках заблудших душ, чтобы вселиться в них и вновь жить в нашем материальном мире. Поэтому и придумывали различные ритуалы. Люди наряжали страшных чудовищ, зажигали живой огонь в своих домах, украшали стены различными отпугивающими элементами, чтобы отогнать духов от себя и своих жилищ. Также существуют приметы, и если их соблюдать, то злые духи даже не обратят на вас внимания. Первая примета гласит, что в этот день нужно носить всю одежду наизнанку и выходить из дома задом наперед, чтобы сбить с толку привидений. Второй, не менее важной приметой считается отпугивание злых духов при помощи огня. Во всех комнатах нужно зажечь свечи и ждать. Если пламя начинает гаснуть, то это является первым признаком того, что нечистое где-то совсем рядом. На Хэллоуин нельзя убивать пауков. Если хозяин заметил насекомое, это значит, что кто-то из умерших родственников следит за обитателями дома и предупреждает об опасности, которая грозит одному из членов семьи. Многие верят, что черные коты приносят несчастье, хотя и держат этих милых созданий у себя в домах, считая их домашними любимцами. Но на Хэллоуин строго-настрого не рекомендуется оставлять в доме черную кошку, иначе несчастье не заставит долго себя ждать и обрушится на всю семью. И, наконец, самый надежный оберег от нечистой силы – это орехи и тыквы. Потому что древние кельты верили, что сатана боится даже их запаха. Поэтому любимым занятием многих в этот день считается вырезание злой рожицы на светильнике Джека. Так называют хэллоуинскую тыкву. Самайнофобия – это навязчивая боязнь праздника Хэллоуин. Если вы относитесь к числу таких людей, то вам стоит соблюдать все приметы. Но хочу напомнить, что в современном мире Хэллоуин считается все-таки веселым праздником. Всем пока!